мира. Я напомню, что не сдаются и ищут выход из ситуации местные легитимные власти. Как многим уже известно, в Светогорске на днях прошла встреча глав местных администраций. Встреча проходила без журналистов, повестка дня не разглашалась. При этом в Светогорск прибыли мэры оккупированных Донецкой и Горловки Александр Лукьянченко и Евгений Клеп. Присутствовал и экс-губернатор Донецкой области Сергей Таруда. Давайте послушаем несколько комментариев по встрече прямо сейчас. Встреча была организована CMI. Это международная платформа по разрешению конфликтов, которая занимается разработкой стратегии диалога и примирения. Данное мероприятие, насколько я знаю, финансируется за счет британского посольства в Украине. Формат встреч закрытый для создания атмосферы доверия. Меня попросили не оглашать подробности обсуждаемых вопросов, но могу сказать, что никакой сенсации не было. Просто люди встречаются и пытаются найти способы разрешения сложившейся ситуации. Сергей Таруто, народный депутат Украины. Речь шла о возможных путях регулирования конфликта на Донбассе. Как возможная модель решения рассматривался пример Северной Ирландии. Александр Лукьянченко, Донецкий городской голова.